Мелочь. Здесь рублей. Больше не буду, да. Больше не. Смотри, вот уральская, затоуская сталь тебе. Ножик. Подарок. Охуительно, братан. Спасибо. Лицензия, все вот есть. Если вдруг менты проверят. Не, шо, сначала где удивление? Сначала удивление делал. Сейчас такое взрыв удивления не видно, нахуй. Бумажка даже. Резать. Не, его не надо резать. Не надо. Сертификат. Сейчас менты, что, короче, не, это, не заебывали. Можно. Вообще заебись от души, братан. Ну да. От души делать. Спасибо, брат. Нифига себе. Златоустская сталь. Все, это. Златоустские ножи делают. Мясо разделываешь, короче, и нам отправляешь на Урал. По-любому. Мы там этот пробу будем снимать от этого ножа. Спасибо, братцы. Так, это надо внутрь положить. Пока едешь. Вот так вот, парни. Вот так вот, левая. Рядышком. Встретились. 17-е мы виделись, сейчас уже собираемся. По домам. Да, по домам. Кто по домам, кто нахуй, бля, на Крым. Да, мы дальше отдыхать. Кому дальше отдыхать, кому... Да, домой. Вот мы сейчас собрали рюкзаки. Ой, братцы. Да. Было классно, было хорошо. Заебись, просто было приятно. А? Приятно, ну, приятно. Очень приятно. Вообще отлично. Души до слез. Просто самое обидное, то большинство не приятно. Да, не было короче. Арсен, я думал, Артурчик будет. Никого выше не получилось, короче. Я думаю, это не первый и не последний раз. По-любому. Надеюсь, еще встретимся. Дай Бог. На следующий год, иншалла. Здесь этот Борзик оставил магнитик. Сейчас я вам покажу. На память. Да, спасибо, Шумахер, что пришел. Магнитик. Вот он. Челябинск, Алое поле. Мы его специально оставили, чтобы мы сюда вернулись. Обязательно вернемся. Да. Так что, парни, давайте сделаем так, чтобы это сказать, на следующий раз договариваемся все. Сюда приезжаем, отдыхаем, здесь нам очень можно понравилось. Можно другое место? Да, может другое место, она чем была. Ближе к чему-нибудь. Крым! Чтобы в Крыме не было. Вот, в Крыму, как раз в Крыму поедем. Как раз вы посмотрите и расскажете, короче, что там интересного в Крыму. Крым наш или нет? Нет, шо, мы не будем рассказывать. Сам приезжай, короче, смотри, да? Приезжай туда сам. Сейчас в Крым собираемся, дальний путь опять. Надо убедиться, он наш или нет. Да. До Крымки потом дойти. Вот, менты пропустят, значит наш. Если не пропустят, значит не наш. Да, вот это тоже, как бы сказать, проблема будет. Да не будет проблем, вообще нормально. Паспорт чуть-чуть забыл. 2500 километров проехали, представляете, неужели здесь будет проблема? Нормально. Мы перед дорогой помолились, я хаир положил, садака всем положил, все нормально будет. Да, самарские грешники, молодцы, хорошие оказываются. Ну, в любом случае, пацаны, удачи во всем. Взаимно. От души, вообще, короче, от души. Взаимно, да, вообще. Вот. Аж, блин, знаешь, как будто с армии же, когда уезжали, то так и это, ну, блин, это было, значит. Очень было хорошо вообще, да. Борзик. Давай. Братец. Я говорю, слезы держать. Слезы держать. Когда пересадку сделал, в деревню приехал, вообще, блядь, думаю, ёб твою, как, чё дальше? 2 года вообще до такой степени привыкли к на корабле. Вообще же хорошо жили, вообще великолепно, мне, вообще весело было у нас в корабле. Мне всегда это было.
интересно, блядь, как дальше сложится у кого-то. Да, да, да. Узнать, кто где что работает, как дальше-то, ну, как по жизни двигается. Интересно было. Ну, друг друга. Давайте после Крыма в Адыгею теперь. Сразу заезжайте. Я по Адыгею, да? Да. Не, в Адыгею же хорошо. Как раз Аганес сюда и приедет. Ладно, давайте, короче, выйдем, поедем, братан. Сейчас уже аккумулятор сядет тут. Короче, ребята, выложим в интернет, короче, посмотрим все. Как раз с каждым, короче, скину все. Все видео, которые отсняли. Давайте. То, что мы быстрее кидаем, а то мы это... Терпей, не сможем. Да, пока закинем. Давайте, она говорит, а семи работает.